Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах в спортивно-бальных танцах. В латиноамериканской программе все фигуры будут браться из четырех источников. Это учебник Вултера Лайерда, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF Syllabus. Позиции правая рука за правую и заканчиваем открытую позицию левая рука за правую. По учебнику WDCF партия партнера начинается спиной по линии танца. Он танцует рог назад, подушка плоско, шоссе вперед с легким поворотом вправо, подушка плоско. Дальше он танцует шоссе с поворотом на 1/4 влево, подушка плоско. Партнерша оказывается за спиной партнера. Дальше он танцует рог назад, подушка плоско. Шоссе влево с упором в плечо партнерши, подушка плоско. И с поворотом на 1/4 влево, подушка плоско. Партия партнерша начинается лицом по линии танца с шага назад. Она танцует подушка плоско. Дальше шоссе под рукой партнера, подушка плоско. И шоссе назад, подушка плоско. Дальше рог, подушка плоско, шоссе, подушка, свивол и шоссе с левой ноги, подушка плоско. Степени поворота у нее будут следующие. Первые два шага без вращения, раз, два, дальше на 3/8 влево, 3 и 4, еще на 1/8 влево, 1 и 2. Без вращения, 3, 4, дальше, 1 и без вращения, и на последнем шаге на 3/4 вправо, 2, и отсюда еще на 1/4 вправо, 3 и 4. В варианте имперского общества у нас будут немного другие степени поворота. Партнер начинает лицом к стене, танцует без вращения. Раз, два, дальше шоссе вперед на 1/8 влево. 3 и 4. Отсюда на 1/4 влево очень компактное шоссе вправо. 1 и 2. Дальше без вращения. 3, 4, компактное шоссе, 1 и 2, и с поворотом на 1/8 влево, 3 и 4. И степени поворота у партнерши. Начинает она спиной к стене, танцует без вращения, 1, 2, на первом шоссе она поворачивается на 1/2 влево, 3 и 4, еще на 1/8 влево, 3 и 4. По учебнику имперского общества мы оказываемся в открытой контрпроменадной позиции. Дальше без вращения, 1, 2, а дальше без вращения, 3 и 4. И здесь она будет поворачиваться на 5/8 вправо и докручиваться еще на 1/4 вправо, 3 и 4. 4.